решили. Задачами радиотелескопа Алинка является изучение теряемого Зинкевича, с которым можно вытащить достаточно точно множество космологических параметров. Второй задачей является изучение энтропии температуры электрода, изучение высоких мультиполях спектра мощности. До данного радиотелескопа спектр мощности изучался только на малых мультиполях, далее уже спектр имел восхождение. Данный радиотелескоп позволит улучшить эти измерения. Третья задача является далекой галактики, изучение далекой галактик, дальних как красный фон. И четвертая задача — это холодный путь, различный диапазон радиочастотного спектра. Конструкция радиотелескопа Олимпа представляет из себя каркас, на котором закрепляется наружная квазиоптика, состоящая из квазиоптическая система состоит из трех компонентов: наружной квазиоптики, системы с реализацией Фурье-спектрометра и холодной квазиоптики, которая находится в криостазе непосредственно. А наружная квазиоптика представляет собой первичное зеркало диаметром 2,6 метра, которое переизлучает излучение на контррефлектор, и уже непосредственно с контррефлектора излучение попадает в криостат. Система цивилизации Фурье-спектрометра представляет собой Фурье-спектрометр двойной перекрестный спектрометр на основе интерферометра Мартина Куплета. Вообще Фурье-спектрометр обычно реализован на интерферометре Мендельсона, то есть изменяя длину волны, изменяя расстояние одного из зеркал, мы интерферируем волны и можем раскладывать излучение, спектр, из которого можно вытащить интенсивность излучения на разных длинных волн. Данная система реализована так, что можно производить измерения как в режиме спектрометра, так и в режиме просто фотометра, без интерференции волн. Холодная квазиоптика, которая располагается при остате на ступени 2 миликельвин, внутри она покрыта поглощающим материалом, состоит она из трех зеркал, средний из которых выпуклый, имеет специальную форму и размер, отсекает боковые лепестки приходящим излучением. Селективность фокальных плоскостей реализована с использованием дихроничных фильтров. Слева показана реализованная конструкция, экран, это лучи приходящие, проходят через три зеркала, и каждый, здесь стоят дихроничные фильтры, которые производят селекцию излучения по частотным диапазонам. Все это расположено в зеленом криостате с адсорбцией гелия-3. Слева представлен рисунок самого криостата, справа рефрижератор с адсорбцией гелия-3. Это тот же самый рефрижератор, который использовался в миссии «Бумеранг» в 2003 году, но немножко модернизированный. Температуры те же, 300 миликельвин, 290-300 миликельвин.
стороны детекторы, которые на данный момент изготовлены и планируются для использования в миссии Олимпа. Это тест-детекторы на краю руководящего перехода. На два низкочастотных диапазонных детектора с нейросиликовыми термометрами на два высокочастотных диапазона. Тест-детекторы — это спайдер-веб-детекторы, все те же, которые используют в бумеранге. Основной упор в моей работе сделан изготовление и измерение баллончиков холодных электронов, модель входящего излучения, измерение сигнала представлено на левом рисунке, справа показан рисунок модели тепловой, как распределяется тепло, мощность, как она выносится, чем поглощается. Прототип образца баллончиков холодных электронов для миссии Олимпа, который был представлен в Швеции. Это первая конструкция. Она представляет из себя 64 на 2 последовательно параллельно соединенных баллончика с планарными симметричными антеннами. На данном слайде представлена фотография одиночного баллометра в различные микроскопы, технологии теневого наблюдения, о которой говорилось ранее, и эквивалентная схема нормального сопротивления. Характеристики баллометров на холодном электроне для миссии Олимпа сведены в таблицу, которые сведены здесь, в Нижнем Новгороде. Сопротивление в оптимальной точке, где максимальная чувствительность на 300 мегагерц составляет примерно 8,5 мегаом, что не совпадает с теорией. По теории должно быть примерно 1 мегаом или 500 килоом. То есть таким образом мы вносим дополнительный шум от шумового тока малошумящих фильтров. Мы, помимо того, что измеряли характеристики баллометра теневые, без излучения, также мы измеряли характеристики с использованием черного тела, то есть чувствительности и нет. Конечно, это все предварительные данные, поэтому на них можно обращать внимание пока не стоит. Подробно будет дальше. На данном слайде представлены структурная схема проводимого эксперимента и оптический держатель стакана, который используется для селекции по углу приходящего излучения, которое падает на баллометр. В данный момент он использует диафрагму, угол примерно 25 градусов. Нагревая черное тело, мы производим излучение, черное тело производит излучение в определенном спектральном диапазоне, применяемом к закону Планка, проходит через фильтры и падает на образец. Измеряя вот отдельные характеристики, затем можно из них получить отклик параметра по температуре и пересчитать его отклик параметра по мощности. Как я уже говорил, это вот предварительные данные измеренные, которые будет доложен более подробно завтра. Я скажу только, что параметры пока не
4,2 на 10 минус 16 ватт на корень герц приблизительно при температуре 300 миликельвин. Это достаточно много. Вот ранее были приведены данные по баллометру на 350 ГГц, вот, которые уже есть. Вот, 430 микрокельвин на корень герц. Шумовая, шум пересчитанную температуру. А у нас по моим предварительным расчетам 1200. Возможно, это какие-то мои расчеты. Спасибо за внимание.